стройные ряды столов и просторные светлые помещения. Производство на этом предприятии ведется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и правил. Между сотрудниками выдерживается безопасная дистанция, а на лицах защитные маски собственного производства. Вся продукция многоразового использования. Используется чистый 100% хлопок, идет бязь натуральная. Бязь у нас идет ГОСТовская, то есть она соответствует всем требованиям по нормативам ткани. Многоразовые маски, по словам специалистов, имеют целый ряд преимуществ. Главное – это, собственно, возможность повторного использования. Помимо этого – форма изделия. Конструкция позволяет более плотно прилегать к коже, что, в свою очередь, уменьшает вероятность попадания в дыхательные пути неочищенного воздуха. Еще одно преимущество такой маски – это длительность ее использования. В среднем свои защитные свойства она сохраняет в 2 раза дольше. Конечно, при правильной стерилизации. А для этого необходимо ее стирать мылом и проглаживать хорошо разогретым утюгом. По данным производителя, защитные свойства маска сохраняет на протяжении 4 часов. Руководитель компании говорит, что сейчас объемы предприятия позволяют обеспечивать многоразовыми масками сразу несколько крупных торговых сетей и заводов региона. Смена у нас выходит до 1500 единиц. На сегодняшний момент, то есть мы работаем с компаниями либо с физическими лицами. То есть, в принципе, сегодня заключаем договор, либо сегодня все это небольшое количество, либо завтра мы уже отдаем. То есть как таково заказчики у нас не ждут неделями. Мощности предприятия, по словам руководителя, позволяют в кратчайшие сроки еще больше увеличить объем выпускаемой продукции. Правительством области компания уже включена в реестр производителей защитных масок. Вячеслав Камп и Семен Воробьев. Новости дня.